Всем привет! Ходили сегодня в магазин. Пятница, у нас в Верном сегодня акции на товары. Поэтому мы с утра еле дошла. Руки-ноги трясутся, сил нет. Но в магазин сходить надо. Вот у нас сегодня дождь. С утра льет дождь. Аж вон ручейки, видите? Весна полным ходом. Красота. Тепло на улице, но дождик. Еще зонтик надо было тащить. Сейчас покажу, что купила. Так, яйца сегодня по 54 рубля. Первой категории. Вот такие беленькие. Вот два десятка купила яиц. Хлеб с отрубями 44 рубля. Индилайт. Индейка. Сегодня скидка 300 рублей килограмм. 299,99. Так, здесь что? Масса килограмм. Вот как раз упаковка на 30 рублей. Сегодня ко мне мои внучки должны заехать в гости. Надо их чем-то угощать. Печь не могу, сил нет. Еле дошла с сумками. Вот, значит, кольцо со вкусом ананаса. Акция была, не знаю даже сколько, 300 грамм написано. Вот, 67 рублей. И конфеты. У меня все с ананасом сегодня получилось. 200 грамм 99 рублей. Тоже по акции. Все с ананасом. Угощать буду их сегодня ананасами. Так, творожок можно. Вот такой детский агуша. Акция написана 37 рублей, а просканировал 39. Ну ладно, бог с ним. Так, этот 40 рублей. Творожок мягкий. В меню написано, в диете мягкий творожок можно. Со вкусом, читала, забыла. Пломбира, не знаю, не пробовала. И вот Активия с натуральными, научно-исследовательская. Как что написано? Эффективная. В общем, какие-то пребиотики. Да, тоже 40 рублей. Вот, муж купил самую дешевую водку. 281 или 291. Сколько стоит-то? Вот, это ноги растирает. Все, что были у него запасы, все растер. Теперь надо вот купить. Самую дешевую купил. 281,05. Ну, нам не пить, поэтому фиг с ней пойдет. А ходили мы за яблоками. Потому что мы делаем печеные яблоки каждый день. По 4 штуки. Вот сегодня Golden. Акция 89, что ли, 87, не знаю, я взяла. И сезонные 69. Мелковатые, но все равно мы взяли. И сегодня у нас вот такая молодая картошка. Картошку тоже можно. Картофельный отвар делаем. Картошку пюре жидкую на воде делаем. Язву лечим. А, молодая, неплохая картошка. Я прям набрала, но немножко сейчас в пакете не так ее красиво видно. В общем, вот это импортное, наверное. Так, 33 рубля. Что-то за даром. Молодой картофель, 33 рубля. Вот, дети мне привезли самые лучшие лекарства. Мне посоветовали подписчики пить сырые яйца. Я думала. Куриные магазинные не могу. Купить с рук тоже, не знаю, не могу. Вот, а дочка мне говорит... Пей перепелиные. Перепелки не болеют ничем, никакими болячками, поэтому можно смело лечить желудок, пить сырые яйца перепелиные. И вот привезли мне две упаковки. Будем теперь лечиться. Так что, друзья, пейте сырые перепелиные яйца. Полезно всем. Не только людям с больным желудком. Вкусно, полезно. Можно и вареными кушать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Муж подошел. Да, и продолжение следует. Он сказал, что пейте все перепелиные яйца. Для чего полезно? Для мужчин, для вот. Мужского организма. Вот, очень полезно для мужчин тоже. И говорят, дорого, не дороже таблеток. Лекарства дорогие, а это натуральное, вкусное, полезное. Так что пейте, друзья, перепелиные яйца сырые, лечитесь, поправляйтесь. Всем здоровья!